Добрый день, всем здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Ведем репортаж из магазина шуб. У нас на дворе лето, не забываем об этом, а ваши шубки должны быть в специальном месте, они не должны быть у вас на улице или в сыром помещении. Не забывайте о том, как хранить ваши шубки. Хочу немножечко рассказать вам основных моментов, потому что на улице жарко, вот, и моль может появиться, и с шубкой что-то может быть стать не так. Для начала не забывайте, что шуба должна летом храниться в специальном месте, где есть проветривание. Где есть проветривание, шуба не должна сдавливаться другой одеждой, чтобы не приминался ворс, Ни в коем случае не храните шубу в пакетах целлофановых, потому что мех, шкурка, она дышит. Если будете в пакетах, то в итоге будет такой эффект, что у вас будут на шубе выпадать волоски. Шкурка будет пересыхать, будет громыхать, будет сухая. Этого допустить нельзя. Вот, вешаем в шкафчик, темное место. Но шкаф должен все-таки открываться, то есть какое-то движение должно быть. Воздух не должен постоянно быть, так сказать, замкнут. Вот. В специальных мешках тоже рекомендую не хранить, хотя много очень советов. Просто вешайте шубку на широкие плечики, не на узкие, на широкие, чтобы плечики сохраняли свою форму. Вот. И по возможности вывешивайте вашу шубку, особенно вот вечерами, когда солнце уже ушло, или, может быть, даже на ночь, на балкон, чтобы ворс меха, особенно хорошо, когда ветерок, немножечко дышал, питался, так сказать, естественной средой. Вот, мех у вас, вы сразу заметите, будет более плотный, более пышный, шубка немножечко ваша оживет. И также не забываем про моль, потому что у многих в квартире водится моль в шкафчике. Вы сами можете об этом не подозревать. Вот. По поводу моли. Чехол от моли не спасет. Советуем использовать просто аэрозоли. Опрыскивайте вашу шубку раз в месяц при хранении у себя дома. От моли. Этого будет достаточно, чтобы уберечь ее от этой насекоминой. От этой насекомой. Вот. Вот, в принципе, и все. Мы готовимся к предстоящему сезону. Скоро у нас будут появляться интересные фасончики, модельки. Ожидаем поставки новых фасонов, уже договариваемся с фабриками на отшив изделий. Много у нас заказов. Вот, готовимся к сезону. Удачи, увидимся в следующем видео. Заходите к нам, у нас действуют летние скидки. Сейчас можно как никогда приобрести шубу с хорошей ценой, с хорошим предложением. Всем пока!